Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я вам покажу свои две посылочки, которые у меня вот буквально только что пришли. Первая — это будет с корейской косметикой, а вторая — это мой заказ с сайта iHerb. Там у меня одни витамины, так что кому интересно, продолжайте смотреть. И начну я с корейской косметики. Вот такая вот красивая коробочка мне пришла. И ссылку на интернет-магазин, откуда мне все это пришло, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Так что переходите, обязательно посмотрите. Вот, и здесь мне пришло куча всякого. Значит, первая — это вот такая сыворотка с витамином С. Я уже добила свою сыворотку от марки Люмине. Решила попробовать от марки Шири. Вообще Шири я ни разу не пробовала ничего из этой марки. И, конечно же, взяла с витамином С. Обязательно попробую. Также я говорила, что мне очень нравится, когда витамин С вот именно вот как в ампулах каких-то, да, то есть скрыли и использовали. Мне кажется, так витамин С лучше сохраняется, наверное, можно так сказать. В общем, обязательно попробую, потом, наверное, в пустых баночках уже вам расскажу. Дальше, вот такая пузырьковая маска. Кстати, пузырьковые маски в ленте почему-то пропали. Вот, так что я вот обязательно попробую с яичным белком. В общем, кстати, мне нравятся вообще пузырьковые масочки, я прям с удовольствием попробую. Дальше, также от марки Шири, вот такая вот масочка. Увлажнение. Вот тоже люблю, кстати, когда после маски идет какой-то серум. То есть вот такое двойное, скажем так, тоже очень люблю. Дальше. От марки Estelar. Я тоже ее ни разу не пробовала. Вот такая альгинатная масочка. Кстати, альгинатные маски я очень люблю. Но что-то в последнее время их не приобретаю, поэтому эту использую с огромнейшим удовольствием. Так, и от марки Estelar также вот такой вот сыворотка-пилинг. Как раз сейчас зимой, самое оно. В общем, тоже попробую. Видите, тут тоже получается раз, два, три, четыре, четыре штучки. На четыре раза, в общем, классно. Также от марки Шири у меня вот такой кремушек 20 мл. Обязательно попробую. Я думаю, что мне понравится. Также вот такая пилинг-скатка. Это Etude Organics, тоже ни разу не пробовала. Я вообще с корейскими продуктами, можно сказать, на «вы». Вот. Правда, здесь для проблемной и комбинированной кожи, но обычно после всяких пилингов и тому подобное я себе делаю какие-то увлажняющие маски, например, вот такие, да, то есть что-то, чтобы восстановить, скажем так, баланс кожи. Ну, в общем, попробую тоже. Вам потом расскажу. И пеночка для умывания. Тоже от марки Etude Organics. Вот такая вот с поросеночком. Вот. Я надеюсь, мне тоже очень-очень понравится. Ну, конечно, тут такая красивая бумажка. Все очень-очень красиво. И вторая посылка — это с сайта iHerb. Я заказала здесь сплошные витамины. Больше, грубо говоря, у меня ничего не влезло, потому что у меня витамины здесь в основном от марки Solgar. Давайте первое — это не от марки Solgar. Я заказала вот такую омегу. Я уже покупала от данной марки омегу-3. Мне очень нравится. Здесь 240 капсул, и принимать нужно 2 капсулы в день. Почему я не взяла от марки Solgar омегу? Потому что я ее взяла для мужа. Он у меня сейчас ее как раз-таки начал принимать. И марки Solgar омегу нужно принимать 3 раза в день, то есть на завтрак, обед и ужин. Это не история моего мужа, ему нужно с утра принять и все, и забыть, потому что он уезжает на работу, у него там нету возможностей, в общем, еще надо вспомнить о них, поэтому я ему взяла вот эту, он с утра просто принимает сразу 2 капсулы и доволен. Вообще, я люблю омегу, я ее постоянно пью, сейчас я принимаю вот такую, я вам ее уже показывала, от Doppelgerz. Из всех, которые продаются у нас в России в аптеке, мне вот эти нравятся больше всего. И я, скажем так, являюсь постоянным клиентом в одной аптеке. И девушка, там консультант, она рекомендует мне все время именно вот эту, от Doppelgerz. Ну, тоже прикольно. И также нужно принимать 1 капсулу в день. Вот я ее сейчас доплю. У меня осталось немного, еще один блистер.
Буду принимать потом другие витаминчики. Вам их тоже сейчас покажу. Так, ну и давайте витамины, которые я заказала себе. Значит, это от марки Solgar. Я заказала вот такой витамин С с маслом шиповника, я насколько поняла. И, ну, в общем, или с розовым. Ну, тут розовое масло. Вообще, это масло шиповника здесь содержится. И вот такие это у нас пивные дрожжи с витамином В12. Я буду принимать их вместе для улучшения качества волос и также кожа. Ну, вообще, витамин С, в принципе, полезен, мы знаем, и пивные дрожжи. Я как-то пропивала курс пивных дрожжей, но покупала у нас в аптеке. И да, волосы начинают блестеть, вот, когда принимаете пивные дрожжи. В общем, решила попробовать. На самом деле, я взяла именно эти, потому что, когда делала заказ, от марки Solgar не было вот этого комплекса, который для волос и кожи головы. Его не было в наличии, я за ним следила, наверное, неделю, если не больше, уже плюнула и решила заказать себе вот так вот пропить. Потом вам, кстати, расскажу, есть эффект или нет. Вот здесь, видите, нужно принимать 6 таблеточек этих пивных дрожжей в день, а витамина С нужно принимать 1 таблетку. Я так поняла, да? Ну, в общем, я еще точно почитаю и потом вам расскажу, как я в итоге принимала все это и есть ли от этого эффект. Но сейчас я сразу покажу, я пью вот такой комплекс сейчас омегу и вот супрадин. Супрадин я просто решила попробовать. Я вообще не вижу, кстати, какого-то сильного эффекта от мультивитамин, но так как сейчас зима, решила, в общем, пропить. В общем, допью вот этот супрадин, допью омегу и буду пить вот эти два препарата. Я никогда не пью сразу много. То есть я как бы курсом пропиваю одно, потом курсом другое, потом опять возвращаюсь к омеге. Но я уже хочу себе потом омегу заказать именно от марки Solgar. Я принимала омегу омега-3,6,9 и просто омегу-3 от марки Solgar. Я могу сказать, что по качеству, мне кажется, лучше. Хотя вот этот дубльгерс ничем не хуже. Ну, в общем, это уже будет мой следующий заказ. Уже с омегой от Solgar. И также я деткам заказала тоже витаминчики. Тоже от марки Solgar. Единственное, что видите, они приходят в таких пластиковых упаковках. Это в стекло, а здесь пластик. Но мне кажется, это сделано специально. Я, кстати, читала там отзывы. И одна девушка написала, что ей как-то вообще странно, что от такой марки, как Solgar, пришли вот в таких упаковках. Но так как это детские витамины, мне кажется, это, ну, отчасти и безопасность, потому что вот это можно разбить, да, а здесь вы не разобьете ничего. В общем, у меня детки сейчас уже попробовали вот эти витамины. А здесь витамин С, а это просто мультивитамины. И, кстати, я не нашла, хотела им заказать тоже омегу от Solgar, но не нашла. У них вообще такой позиции, я так понимаю, нету, что ли. Ну, в общем, они у меня сейчас попробовали вот этот витамин С. Вот такие там желейки, девочки, они нереально вкусно пахнут. Здесь два вида, вот такие красные и желтые. Видите, они обсыпаны сахаром. Они нереально вкусно пахнут. Они пахнут лимоном и земляникой. Ну, вот, по крайней мере, мне. Детки мне говорят, что пахнет клубничкой, но мне вот лимоном и земляникой. И причем это не химозный запах. Это такой вот прям, как будто бы вы вот собрали, не знаю, землянику, вот такую свежую-свежую. Именно землянику, не клубнику. И рядом у вас еще свеженарезанный лимон стоит. Просто аромат потрясающий. Единственное, что а внутри, когда детки начинают их разжевывать, они слегка кисленькие. То есть, если у вас дети не любят кислые... Вот я даже сейчас открыла банку, и аромат стоит просто потрясающий. Вот. Если у вас детки не любят вообще какую-либо кислинку, то я не советую их, потому что я не скажу, что они супер кислые, но они такую небольшую кислинку, вот как будто бы, знаете, начинка такая кисленькая. Но этого следовало ожидать. Вот витамина С у меня младшему 3,5 года, уже почти 4, старшему
7 лет. И старший так вообще ему очень нравится по вкусу. Младшему немножко кисленько, но он все равно у меня кушает, потому что мама говорит, это чтобы не болеть. А вот эти витаминчики мы еще пока не попробовали, потому что сейчас у меня дети пьют вот такие витамины, тоже Супрадин Kids. Именно, кстати, поэтому я себе купила вот эти, потому что моим детям очень нравится вот этот Супрадин Kids. И я не знаю, как мультивитамины, но у Супрадин Kids есть еще рыбки такие, это омега-3. И когда я даю омегу-3, у меня реально дети вот как-то более активные. Я не знаю, но вот я вижу изменения, когда даю детям омегу. Поэтому, ну, омега-рыбий жир, нам раньше в детстве же тоже его давали. Я считаю, что это очень полезно. Вот, в общем, они у меня сейчас принимают вот этот Супрадин Kids, в котором содержится уже витамин С, как вы видите, вот состав его. И я им даю сейчас по одной таблеточке. Точнее, старшему я даю 2 мишки вот таких. И младшему я даю одну. И плюс они у меня еще дополнительно по одной принимают вот это витамина С. Вообще, точнее, не по одной. Младшие одну, старшие две. Здесь вот видите, младшему с 2 до 3 лет по 2 штучки в день. С 4 лет по 4, но так как они едят вот так комплексом, да, чтобы тоже не перебарщивать, то я даю им комплекс вот этот и плюс вот это как дополнение. Сейчас период заболеваний, грипп, ОРВИ и так далее, мне кажется, это отлично. Ну, а потом будем кушать вот эти вот витаминчики, тоже потом, кому интересно, я расскажу, как они по вкусу. Здесь, кстати, 90 таблеток, а здесь 120. Так что вот такие вот у меня пришли витаминки с сайта Herb. Вот, и я еще сейчас сделала заказ на косметику, то есть на уходовые средства, которые давно хотела попробовать, но мне было в приоритете витамины, в особенности для деток. Поэтому я решила вначале витамины закажу, потом следующей, скажем так, посылкой я закажу уже себе всякие штучки, которые вы мне рекомендовали. Так что будет обязательно следующая посылочка у меня. Вот такие вот у меня были 2 заказа. Я надеюсь, вам было интересно. И я бы очень хотела попросить вас в комментариях написать ваши любимые продукты корейской косметики, то, что вы прям очень сильно любите и можете порекомендовать мне, потому что я, ну, как вы уже поняли, потихонечку начинаю знакомиться с корейской косметикой, и пока много что мне нравится, и я надеюсь, что и в дальнейшем мне тоже понравится, потому что, конечно, так как ты не знаком с продуктами, когда заходишь на сайт, и ты понимаешь, что да, я не знаю, за что хвататься, что лучше взять. И по вашим, кстати, рекомендациям именно я наткнулась на марку Limoni. Также по рекомендациям вот заказала себе кое-что от марки Шери. И я думаю, что мне все обязательно понравится. И все, что я сегодня показала, я, наверное, расскажу в пустых баночках, как мне понравились, не понравились эти средства, так как в основном у меня всякие масочки. Буду ждать ваших комментариев. Ну и ссылка на интернет-магазин, где я заказывала эти продукты, будет внизу в инфобоксе, не забывайте переходить. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!